прошла встреча ректора Казанского федерального университета с генеральным директором компании «Нейротренд». О том, что обсуждалось на заседании, смотрите в нашем следующем сюжете. В зеленом зале Казанского федерального университета прошла встреча ректора Ильшата Гафурова с генеральным директором компании «Нейротренд» Натальей Галкиной. Заседание было направлено на реализацию совместных образовательных, научных и коммерческих проектов в сегменте нейромаркетинга. На встрече обсуждались различные темы, в том числе недавнее создание нейромаркетинговой лаборатории «Нейролаб» в структуре Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Инженерии, значит, хотели бы перейти на более наукоемкие вещи, и, может быть, по лаборатории нейромаркетинга, как, что сейчас вы занимаетесь, может быть, коротко расскажете? Хочется напомнить, что лаборатория включает в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подчеркнул, что новая лаборатория предназначена в том числе и для университетской клиники Казанского федерального университета. Нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб», которая себя представляет целый нейробарометр, это комплекс для проведения замеров нейрофизиологических реакций на любой визуальный контент, и тем самым это положило начало новому витку, как образовательному, так и научно-исследовательских проектов. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.